Артисты детского театра «Да» в минувшие выходные представили свой новый спектакль «Научи меня бояться». Премьерные показы прошли в зале ДДТ и собрали десятки юных зрителей. Жанр своего нового спектакля театр «Да» обозначил незамысловато, но интригующе – страшилка. Взяв за основу жутковатую сказку «Братьев Гримм», драматург Татьяна Уфимцева адаптировала ее для юного зрителя. На премьеру, конечно же, пришли в основном дети, но показанная история не совсем детская. После пьесы я прочитала оригинал сказки и поняла, что работа драматурга была колоссальная, потому что оригинал сказки – это просто ужас. То есть там реально ужас, без горшка как бы читать вообще нереально. Вот. А здесь она смешная, прикольная, тут много и детского, и взрослого. Пьеса «Научи меня бояться» переносит зрителей в сказочную немецкую деревушку, где живет молодой парень Ганс. Главный герой не очень далекий и довольно ленивый. Главное, что его отличает от других, он не знает страха. Более того, он сам хочет найти что-то, что наконец его испугает. Как раз так случилось, что по соседству нечисть захватила замок короля вместе со всеми богатствами. И тому, кто замок вернет, обещана принцесса в жены. Актеры постарались максимально точно воплотить сказочные характеры героев. Работа над спектаклем приносила удовольствие. Мне нравится то, что мы ее очень быстро сделали. Довольно-таки примерно у нас работы месяца полтора, вот такой прям полноценный. Ну, это показывает, опять же, профессионализм нашего режиссера и... Ну, мне абсолютно каждая наша постановка нравится. Не могу выделить какую-то конкретную. Та лучше, та хуже. Все одинаково сильно мне нравятся. На сцене бесстрашный Ганс побеждает нечисть и женится на дочери короля. Но вместе с холостой жизнью главный герой утрачивает свою суперспособность. И уже в первую ночь его начинают мучить кошмары. И теперь он стал как все. С бессонницей, женой и без денег, учитывая небогатый статус королевства. Глубокий смысл пьесы не до конца дошел до ребят, но им понравилась сама постановка, танцы, игра актеров и тирольский йодель. Мне очень понравился спектакль, мне он весь понравился, очень смешной, такой, хороший, очень смешной, очень-очень смешной. Мы с подругой вот сидели, смеялись по спектакле. Мне много чего понравилось, и всякие неожиданные моменты, а больше всех мне понравилось, как Ганс пошел... в тот заброшенный замок, и хотел бояться, но не забоялся. Мне очень понравился спектакль, так как все очень старались, было просто прекрасно, весело, смешно и страшно. Детский театр «Да» объединяет единомышленников. Как говорят сами актеры, для них это вторая семья. Занятия в театре меняют школьников, они становятся более открытыми и учатся упорно работать над собой. Коллектив театра помогает раскрываться и на сцене раскрывать в себе такие черты, которые до этого были как-то там скрыты. Чем нравится эта постановка? Эта постановка? Всем. Это очень необычно, потому что мы никогда прежде не делали какие-то страшилки. Вот, первый опыт. В этом месяце театру «Да» исполнится 11 лет. Для театрального коллектива это немного. Однако руководитель Татьяна Максименко смогла собрать талантливых ребят и настроить их на серьезную работу. А значит, впереди нужно ждать новых премьер. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, служба информации.